Очередная победа Ишевской конно-спортивной школы, а точнее одной юной спортсменки из этого учреждения и ее коня. Всероссийский турнир по троеборью они прошли вместе на отлично, открыв новую ступень для ульяновских спортсменов. Сегодня они с легкостью преодолевают похожие препятствия уже дома. Отдыхают и набираются сил для следующих свершений. Леня. Так славно зовут они своенравного коня-призера международного турнира в Подмосковье. Это легион. Он уже достаточно взрослый, опытный, конь горячий, поэтому с ним иногда бывает достаточно тяжело. Но он молодец, на стартах почти всегда выкладывается на все 100, но может вот так вот себя вести. Было тяжело, достаточно большая конкуренция, очень много людей, сильные спортсмены. Было тяжело с ними соревноваться, но мы справились. На этих кадрах в Московской области Дарья Матюнина и конь «Легион» показывают свои умения в троеборье, олимпийском виде спорта, включающем 3 дисциплины – манежную езду, полевые испытания и конкур. Участники – 60 пар со всей России и гости из Беларуси. Троеборье, оно чем захватывающее, как вид спорта, потому что до конца не знаешь, как выстроить турнирные таблицы в конце. Троеборье только начали мы в этом направлении работать. Мы очень успешно выступили в Нижнем Новгороде летом. Мы заняли 2-е место на ПФО в зачете «Дети». Вот. А сейчас, да, вот 5-й призовой во всероссийских соревнованиях. Поэтому, да, можно назвать, что это начало такого пути получения квалификации к дальнейшим стартам, да, допуск к дальнейшим соревнованиям. И, конечно, в идеале выйти бы в чемпионат России. Задача поставлена, осталось ее выполнить. Но Дарья вместе с тренером уверены – нет ничего невозможного. Ксения Грищенко, Михаил Державин. Вести, Ульяновск.